попробуем. Ну вот, хочу сказать сразу, что у нас название выставки «Божественная трагедия», да? Погромче. «Божественная трагедия». Такое название мы придумали. В нем есть связь с Италией, но это все-таки отражение сегодняшней ситуации, ну вообще истории человечества, наверное, да? Все очень трагично достаточно. И вот иногда название выставки можно дать всего одна картина. И когда вот мы дали это название, конечно, мы думали именно про эту вещь, это апокалипсис, да, все как бы так символично. И черное солнце, и море крови. К сожалению, это актуально. Поэтому вот хотел сказать именно про название выставки, почему оно такое. Вообще просто потрясающе. Ну ты мне обещаешь все-таки выполнить мою мечту? Я увидела. Правильно, молодец, молодец. Алло, в библиотеке. Водочки хочешь, наверное? Не хочешь, да. Слушай, ты золотой еще пошел? Купил Кубинская галерея. Да. Пока туда ровно сейчас Сейчас 5 секунд, 5 минут, ну да, 5 секунд. Раз, два, три. А еще и желтым исполнением. Я вот хочу смотреть, знаешь, что? Забыл уже, как я его смотрел, искал, но нашел. Типа как я не помню даже про это. Это тоже, кстати, Олег Николаевич будет о фресках рассказывать, о том, что такое настоящее старое. А части этих работ это прожжены там что-то, как мы сами говорим, может быть. Вот очень важный это «Сотворение мира», и сошествие Ваты, вот это и Евы, но просто действительно божественная трагедия, божественная комедия, мировую историю. Опорные события от сотворения, кстати говоря, получается круто от сотворения мира. Автор рассвят. Учился Куступовой. Проходите сюда, вверх по лестнице, также обратите внимание на второй. Можно ходить? Сейчас, секундочку. Как режиссера в архив просто. Олег, конечно, насчет этого ничего не подумал. Она и в Беларуси есть, на Украине, и в России. Суп – это Супереко, 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 Супереко. Есть два варианта этой фамилии – на А и на У. Суперечит, противоречит. Противоречит, это вот скорее всего, да. Мы вспомним вашу защиту, да, в Академии.